sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Так вот мы делаем газовую атаку. Всем хай, с вами Митяй. Друзья, засиделся я дома. Решил выйти со своим дружком в лес. Если помните, это Коля Рыжая Борода. Привет. Мы с ним прошли Карпаты, все Карпаты за 10 дней. Видос есть на канале. Вы знаете, друзья, где в Европе, именно в Европе, находится самый старый дуб? Самый старый дуб находится в Литве, недалеко от деревни Стелмуш. Он так, между прочим, называется. Стелмужский старик. А знаете, где находится самый широкий дуб? Правильно. В Берлине. Но, правда, он уже не растет. В 96-м году он погиб. Так вот, друзья, а где находится самый высокий дуб? И что вы думали? Самый высокий дуб находится в Беларуси. И сегодня я вам этот дуб покажу в таком вот маленькой ПВДшке. Еще мы хотим с Колей насобирать легендарные красные грибы. Первые весенние грибы саркосцифы. Приготовить из них что-нибудь вкусненькое, так что посмотрим, получится ли это у нас. Идем по лесу не торопясь. У нас такой легкий ПВДшный походик с ночевочкой. Так что будем искать грибочки и рассказывать вам про дубы. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. Ну что, ежики, смотрите, такое замечательное место здесь. Костровое, со скамеечками, с лавочками. Даже, смотрите, есть неплохой дровник. Так что с детьми сюда приехать на денек погулять, я думаю, достаточно неплохо будет. Там поле, но сейчас оно голое, я думаю, летом будет все засеяно. Вот такое вот у нас место из Беларуси знатное. Также здесь есть беседочка закрытая, так что на случай непогоды тоже можно неплохо посидеть. Так что место я рекомендую. Место здесь неплохое. Ну что, друзья, вот этот дуб называется Пожеженский. Но это просто дубок. Ему всего лишь 800 лет. Но махина, я вам скажу, такая достаточно успешная и здоровая. Но потом мы с вами отправимся на Царь Дуб, которому 850 лет и который самый высокий в Европе. Этот дуб всего лишь 25 метров. А тот будет 45 метров, в два раза выше почти.
Вот такая вот махина, если вам видно. Растет у нас в Беларуси. Я знаю, что на Украине тоже хватает дубов. И в России наверняка тоже есть крутые штуки. Но белорусам есть чем гордиться. Самый высокий дуб в Европе. Друзья, смотрите, какой чудо-лес у нас в стране, в Беларуси. Просто волшебный. Класс, да? И гулять по таким лесам просто сплошное удовольствие. Как сказал бы наш общий товарищ Коля Панковец, парк! And it's a beautiful day. Друзья, вот эта вырубка, на которой мы сегодня будем сажать свеженький зелененький лес. Друзья, мы сегодня отправились с вами на самый высокий дуб в Европе, а именно Цайдруб по-жиженски. И так сложилась ситуация, что сейчас проходит ежегодная акция «Неделя леса». И мы случайно вот познакомились с Дмитрием. Он замначальника лесничества по-жиженского района. Дмитрий, вот расскажите в двух словах, что такое «Неделя леса», чем вы занимаетесь и для чего все это делается? Ну, «Неделя леса» — это ежегодная добровольная акция, на которую может прийти каждый, кто желает, с семьей, с родными, с коллегами по работе, взять вот тот же посадочный материал, посадить свое дерево, посадить там ряд, то посадить сейчас два. Вот я вот прямо здесь в лесу могу посадить дерево, да. То есть без всяких вопросов. Без вопросов. И, грубо говоря, это будет называться «Деревом дяди Мити». Да. Поняли, друзья? Приезжайте к нам в Беларусь, участвуйте в ежегодной акции «Неделя леса» и сажайте дерево, делайте нашу природу зеленее и чище. Просто. Друзья, смотрите, как дядя Митя будет сажать саженцы. Как это происходит? Мы перед тем, как посадить лес, привозим в ящиках посадочный материал. Это вот эти да. вот саженцы получаются? Да, да, да. Вот, перед тем, как высаживать сеянцы, мы берем, обмакиваем их в воду вместе с торфом. Это называется болтушка, чтобы корни не пересыхали. Потому что пока мы идем, корни ветром, летом обдувается, солнце, все. А так корни вот, они мокренькие вместе с землей. Потом берем вот приспособление, называется меч колесный. Меч колесный. Да. Смотрите, друзья, как эта штука выглядит. Достаточно массивная, тяжелая. Даже с такой, мне кажется, викинги ходили бы в бой. Так, давайте, вот, Дмитрий, пойдемте в ряд. Вот специально подготовленная площадь. Нарезали бороды. Вот, мы становимся, ну вот, примерно начало ряда, вбиваем, и вот так вот ямочку разрыхлили, сюда один сеянец, раз, ножкой притоптали, все, дерево посажено. Давайте я попробую, сажите. Сколько мне делать шагов? Примерно шаг, вот так вот, это примерно 0,7 метра. Смотрите, друзья, дядя Митя сажает дерево. Прости, малыш. Вся технология посадки. Оп. Ну это уже задалеко. Да, чуть-чуть да. меньше. Ну вот как обычный шаг при ходьбе. Ну я легкоход, у меня длинные шаги. Можно больше, чтобы было удобнее, потому что есть корни большие. Есть маленькие саженцы, но маленькими нежелательно. Потом это дерево. Вот, примерно высаживается вот посюда. А, я понял. Вот где начинается хвоя. Просто опыта у меня маловато. Ну, я думаю, должно. Опыт приходит со временем. Ну что, друзья, третье на посошок. Спасибо, Дмитрий, вам большое. Пожалуйста.
пожалуйста. За помощь в саженцах, за то, что рассказали про систему. Обращайтесь, приезжайте еще. Друзья, вы не представляете, какая благодать. Посадили дерево. Идем сейчас на царь дуб по-женженский, который второй, который 850 метров, вернее 850 лет, и самый высокий, больше 45 метров. Но в лесу творится просто суперская погодка. Светит солнышко. И знаете, что самое классное? Пахнет вот этой вот свежей, прелой хвоей. И в лесу стоит такой обалденный аромат. Так что, ежики мои, все в лес. Прямо сейчас собирайтесь с друзьями, с подругами, с детьми. Выходите в лес. Не знаю, какая у вас погода, но у нас погода просто шикарнейшая. И поэтому мы не удержались и пошли в лес. И ни капельки об этом не жалеем. Прогуляться в лесу, послушать звуки птичек, понюхать ароматы лесные после долгой вот этой протяжной зимы. Не, зимние походы тоже, конечно, хорошо. Но вот это вот наслаждение просыпающейся природы, просыпающейся жизни лесной, ой, это суперски. Словами вам это не передать. У меня сейчас на душе столько вот радости, реально вот радуется душа, ребята. Так что все в лес, всем отдыхать, культурно отдыхать на природу. Ну вот, друзья, мы почти подошли. Перед местом отдыха находится такая вот речка. Речка называется Замшанка. Поэтому с водой проблем на месте отдыха не будет. Тут проточная вода, достаточно чистая. Поэтому, ну, желающие, конечно, могут взять бутилированную воду. Мы там, как обычно, стараемся всего этого избежать. Так что берем с собой... Не берем, вернее, с собой воду. Попробуем на вкус, потом расскажем, как она. Вроде бы с виду чистая, нормальная. Ну что, друзья, вот мы пришли на наше лобное место возле царя дуба. Здесь дядя Коля, рыжая борода, отдыхает. Как видите, костровое место достаточно обустроенное, лавочки. Там есть дрова. Обычно, я так понимаю, не поколоты, но до нас их кто-то уже спалил, так что будем решать вопрос, как обычно. А так, в принципе, дрова здесь, я уверен, в сезон должны находиться. Есть прекраснейшая беседочка, в которой можно пожарить шашлычок на костре, а потом спокойно здесь перекусить. Даже, смотрите, с любовью постеленная клееночка. Чтобы не пэцкать стол. Там находится наш дуб. В целом тут еще есть целая тропа. Дубовая роща. Если с детьми, пока жарится шашлычок, либо еще что-нибудь, можно смело прогуляться. Отдохнуть. Я думаю, летом здесь природа будет просто классная. Сейчас у нас ранняя весна. Пока все еще такое серое. Травка только пробивается. Но в целом и так неплохо. Сейчас мы с Колей перекусим, будем ставить лагерь, мы рассчитывали сегодня переночевать в палатке, так что сходим еще к дубу, посмотрим на него, сейчас отдохнем 5 минут и продолжим нашу экскурсию. Ну что, ежики, решили мы с дядей Колей немножко перекусить после, скажем так, небольшого маршрута, после того, как деревьев насадили в лесу. Дядя Коля, расскажи,
моим подписчикам. Как тебе стрипня, дядя Мити? Дядя Мити на стрипня очередной раз на высоте. Сейчас мы едим скумбрию в соусе бешамель или под соусом бешамель. Вот, не знаю, как правильно, но это с моцареллой. Уже, да, нюансы дяди Мити с моцареллой. Получилось очень вкусно. С учетом не особо плотного завтрака, мы сейчас на нее просто накинулись и уничтожаем огромными кусищами. Потому что, ну, это действительно вкусно. Дядя Митя очередной раз меня радует. Хоть ты всегда бери его во все походы. Сейчас мы, друзья, немножко перекусим и пойдем погуляем уже непосредственно по тропе. Покажу вам дуб. Ну а все, кто кушает в это время, тоже приятного аппетита. Друзья, представляете, только мы с дядей Колей перекусили, и пошел град. Такой небольшой, но я думаю, вам видно, смотрите, градинки падают. А такая чудесная погода была. Вот так вот мы разместились. Вот так вот у нас горит костер. Думали 5 минут еще посидеть, и тут на тебе. Да, вот такие пироги. Хотя дождь обещали только завтра. Ладно, переждем. Надо же все-таки вам дуб показать. Царь дуб. Царь всех дубов в Беларуси. И самый высокий в Европе. Все, друзья, конец весне. А я так хвалил сегодняшний день. А по концовке пошел град. Пошел град. Я думаю, вам видно. Ну вот, друзья, он наш красавец. Самый высокий дуб в Европе. Вот такая вот к нему подходит тропка. Место хорошее, оформлено информативными стендами. Можно тут всякую полезную информацию почитать. Вот, например, про животных леса. Лось, бородатый олень, лисица. Тут даже рысь, оказывается, водится. Вот он наш. Исполин. Гордость беловежской пущи. Видите, друзья, сверху такая вот заглушечка стоит. Потому что пару лет назад в него ударила молния. И он стал немножко меньше. Но все равно исторически он считается самым высоким дубом в Европе. Вот смотрите. Та-та-та-та-та, царь дуб. Оценивается возрастом 800 лет, высота его составляет 46 метров. Если просто пожижемский дуб был у нас, получается, 35-40 метров, то этот получается на 6 метров выше. Вот так вот. Но сейчас он, конечно, не самый высокий, если так физически об этом думать. Но природа свое не допускает. В лесхозе сказали, что это по сути, является как бы естественным отбором. То есть он был самым высоким деревом здесь, в этом лесу. И получается, молния всегда бьет в самую верхнюю точку. Поэтому он и пострадал. Вот смотрите, царь дуб. Около 850 лет. Мы желаем тебе тысячелетия. 2005 год. Я знаю, тут где-то ему сделали небольшую операцию и проложили вот, а вот этот громоотвод получается, чтобы молния в него не била.
А, так получается, вот в эту вот дорожку, в которую уже ударила молния, они зафигачили, получается, кабель и в землю. Ну да, получается, вот этот шрам остался от удара молнии. Видите? Вот так он наискосок прям шел. Хорошо, что не загорелся. А то нечего было бы вам показывать. Вот такие вот пироги, друзья. Вот такой вот у нас есть дуб. Царь дубов белорусских. Тут еще есть тропа вокруг всего этого места, получается. Протяженность этой тропы примерно 4 километра. Так что, если вы сюда приезжаете с детьми, либо с девочкой, я считаю, погулять, пройтись в течение часа, блин, будет очень классно. Место здесь достаточно живописное. Ну, сейчас как бы дорога разбита тракторами, они, наверное, вывозят мусор, как бы чистят лес, потому что как бы, ну, место считается туристическое. Поэтому дорога тут как бы не очень. Но я уверен, по лету здесь будет очень классно. Вот, дятел, смотрите, что надел. Надрелил дырок. Прикольно. А потом в этих дуплах будут белки жить. Так что место это я вам рекомендую. Можете как бы, да, сразу ехать сюда, если как бы не хотите на тот дуб идти. Это получается станция Пожежежин. На ней выходите, и от станции получается примерно, да, 4 километра. По хорошей лесной дороге вы видели, можно дойти, я уверен, за час. Ну, пускай за полтора. Тропа размечена. То есть она вот такая вот идет, бело-желтая. Ну, это начало сезона, и я думаю, ее к началу сезона, уже когда лето будет, либо поздняя весна, я думаю, эти метки обновят, подкрасят, и тропа будет хорошо читаема. Повторюсь, тропа небольшая, поэтому погулять по ней с детьми очень будет классно. Друзья, пока мы тут с Колей гуляли, уже стемнело. Уже смотрите, как темно стало на улице. И мы решили поужинать. Сегодня на ужин у нас... Что у нас сегодня на ужин? А сегодня на ужин у нас суп том-ям. Но такой... Гражданский, скажем так, без приправы том-ям, с кокосовым молочком, ну, все как обычно, с морепродуктами, креветки, грибочки. И добавим немножко туда лимончика. Вот так вот мы обустроили лагерь. Пока мы гуляли, у нас появились нарубленные дрова. Ну, я шучу, конечно, это просто тут приезжали к нам байкеры, вернее, не байкеры, а эти... Джиперы. Мы попросили у них топор, потому что в каждом джипе должен быть топор. И порубили дрова. Вот такой вот у нас вечерний костер. Там стоит наша палаточка. Сейчас мы с дядей Колей поужинаем. Вон там где-то на заднем плане должен быть дядя Коля. Оператор мой. Так что мы поужинаем, поболтаем и ляжем спать. Так что скоро увидимся. And it's a beautiful day. Всем хай, с вами Митяй. Доброе утро, друзья. Что могу сказать? Утро было такое, средненькое. Вернее, ночь была средненькая, утро хорошее. Ночь была очень сырая. Поэтому вроде бы выспались. Дядя Коля, ну-ка расскажи, как тебе спалось?
Спалось в целом неплохо, ну, достаточно тепло, но из-за сырости спалось некомфортно. То есть это все, что я могу сказать. Я так хорошо выспался, хорошо отдохнул. Сейчас вот утренняя чашечка бодрящего кофе с маршмеллоу окончательно, я уверен, поставит меня на ноги. Но, что говорить, друзья, два викинга, почти викинга, с рыжими бородами, готовы не только сырое утро, блин, сырую ночь пережить. Да, пьем кофе. Утренний костерок у нас тут у нас. Сейчас позавтракаем и будем собираться домой. Ну что, друзья, мы уже под рюкзаками. До станции Пожежи нам всего лишь от этого места 1.5 километра. Так что я думаю, за полчаса дойдем. Ладно, буду прощаться с вами. Всем новых километров. С вами был дядя Митя. Удачи. Пока.